Всем доброе самаркандское утро, друзья. Мы приехали к источнику воды. Здесь очереди собираются длиною в несколько километров. Но сейчас здесь мало народу, как обычно. Федь, да. Скажи, пожалуйста, чем славится этот источник? Не знаю, все приезжают. Ну, вода вкусная или да, что? Состав вода какой-то? Вода вообще вкусная. А, все, все. Ты попробуешь. Здесь даже видно, кто-то сидит. Ну, здесь сидят, отдыхают летом, да? Нет, они дома читают молитву. А, молитву читают. Да. Вот люди возле воды молитву читают. Ну, лицо я точно не буду мыть. Я хочу ее попробовать. На вкус. Нет, сначала вот. Скажи бисмилляху рахмана и... Я же не мусульманин. Ром, иди сюда. Что там сидишь? Это он круглый год, да, идет? Да, вода? Да. Пей воду. Это заводская бакалашка, чистая. Это не кого-то. Извиняюсь. Скажи, бисмилля. Вот это святой вода да. Для мусульман. А что в ней, состав какой-то другой? У воды состав? Нет, да, русский есть святой вода. Да, да, да. А, это на мусульман. Вай, вай, как отлично высокая. Ну что, чистая? Попробуй. Ты попробовал? Да. Она отличается. Она отличается. Отличается, да? Да, у нее плотность какая-то другая у этой воды. Ты чувствуешь плотность? PH другой. Я не такой гурман. Ты PH чувствуешь? PH не 5,5, а 6,5. Кристально. Ты чувствуешь PH? Да, чувствую. А там, да, еще там есть. Вкус другой, да? Мягкий, что ли? Федь, а вот это вот люли, да? Да. Люли? Вон люли идут. Они продают эти серьги, да? Хочешь его сфоткать? Нет, не хочу. А это что такое? Вот это? А это там молитву читают. Это крышку. Вон дедушка раз, тоже молитву читает. Там молитву еще не ну. Читают? Samarkand muzofotlayotgan barcha aziz avliyolarimiz, pir ustozlarimiz va o'tgan avlodi ajdodlar ruhi poklariga baxshida qildik. Ilohi Parvardigor bugun chorshanba kuni Оттуда заходят, выходят отсюда. Я хотел оттуда выйти, мне сказали, не надо. Спасибо, спасибо. Здесь то же самое, чух-чух-чух-чух. Я здесь даю деньги, кого? У кого ноги нету, у кого руки нету, так, да. Понял, понял. А вот людишки не даю. А почему? Ну, они все здоровые, могут работать. Видишь, какие там суммы такие приезжают? Нет. Гору, иди. Я вообще пират здесь, между прочим. Здесь
Блин, дети. Мне вот только, слышишь, мне только детей жалко. Мы попали на похоронную процессию, потому что вот таких чепанах, да? Да, да. Это значит похороны. Как там поезд? Синеньких. Идем дальше. А здесь поминки, что ли, да? А? Поминки здесь? Нет, или, нет. Или похороны? Просто, нет, кто там утро, с утром не завтракал? А? Да, идет, нет, я имею в виду в чепанах все с поминок, что ли? Да, да, да. Это они пришли сюда поесть? Да. Да. Не пирожки, учись правильно говорить. Здесь пирожки. Он, это его любимое блюдо. Это яйца. С яйцо? Да, о, это вообще шедевр. О, блин, я пошел к казану. Если подпустят. Вот это вот пирожки, я понимаю. Тут сразу сетки, объемы. Я первый раз вижу в таком казане, чтобы жарили. Да, я видел в Ташкенте кругленькие. Я решил вернуться в машину за курткой. Как-то обманчиво. Солнышко светит, все равно холодно. Пока сидишь на месте, примерзаешь. Я ушел, пришел, представляете, он все стоит в очереди. Федя, Федя, за пирожками. Сколько они в день делают здесь? Азортом, 2000-3000 штук. В день? Беляшки. Ну как они на вкус? Вкусные? Необычные? Я не гурман, не есть, не сравнить. Вкусные. Свежие, вкусные, все есть под руки. Два. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. Ну, это кетчуп. Томат. Томат с приправами, помидор. Вот сейчас актуальна фраза «залетают, как горячие пирожки». Едем в Джонни Ош. Это самый знаменитый, да, в Самарканде? Да, Джонни Ош. Но он распиаренный или там реально вкусно? Реально вкусно, сейчас попробуешь. Это номер два после Фети. Сейчас по вкусу попробуешь. Да, обидно, по-моему. Султан. Это на лето, наверное, да? Один приехал, хочет плов попробовать. Чалоп. Труп. Это. Это. То. И хлеб. Здесь все в тарелках. От того плова, который мы вчера ели, он отличается 100%. Это прям тот другой, это другой. Это в большом казане готовится. Процесс один и тот же, но все равно будет другой. И по вкусу, и... Настоящий самаркандский плов. Вот такой. Плов вот именно такой.
Даже он от других самаркандских кафешек отличается сильно. Он, у него вкус такой, ну, реально обалденный. Вот ты теперь понял, Ролл, вкус самаркандского плова? Вообще вкус плова, да. Ну, а самаркандский, да, вообще. Да можно прям туда было ему налить, он столько сахара, не, серьезно, он много сахара ест. Ему можно было прям туда налить чай. Ролл, ты будешь чака? Нет, я только сметану, говорит, привык есть. Просто во всех трех тарелках, как афганская корова слезала. Остатки сладкие. Приехали на рынок показать Роллке хлеб самаркандский, как все это выглядит. Мы-то все это видели уже не одну сотню раз. Я увидел зелень и захотел сразу самсу с зеленью. Все такое красочное, сочное. Вот это вот 5000 сум стоит? Да. Вот это все? Да. Домой забрали? Офигеть вообще. А? 40 рублей, вот этот полкило травы. Укроп тоже есть. Это тоже 5000 сум? Майдо сам, блин. Майдо черта, да. Конечно, да, что да. И викид на счет. Зелень вообще копейки стоит. Мам, мы докормили, да. Домой маму не забираешь? Ну, не сейчас же. Я не мехмон, мне... Это мехмон. На, теперь пробуй. Ну, что там? Мехмон, ну, что? Он для вам бежит кейтон. Я бабочон чувак. Матя, бабочон бабочон мне гирал, как ты нас сыграл. Халам нашу. Сурико. Матаси. Да не хали мадам праздник. Вот они. Это вот этот самый дорогой, да? Вот это вот в рублях 1000, ну да, 1050, 1100 рублей. Килограмм 100 рублей? 1000. Но это самый дорогой сорт. Самый дорогой сорт. Отборные, заводские пальчики. 200 рублей, 150. Раз мы сюда пришли, сейчас я как раз-таки этот вопрос раз и навсегда закрою. Что с ним делать? Вот это шелуха от нута, от гороха. Дружище, как тебя зовут? Джурабек. Джурабек. Вот это для чего нужно? Куда это? Матрасы? А, для карман. Детский матрас. Детский, да. Чахло. Детский матрас. Вот я, значит... Я правильно догадался. Ролл, вот это для матраса, для детского. Гороховая шелуха. Отсюда и пошло выражение «принцесса на горошине». Серьезно, это для матраса? Вот она прям тут стоит матрас набивать. Спроси, если ты сомневаешься. Спрашивай, скажи, брат, для чего это? Для чего? Матрас? Да, так и есть. Ну и в интересное место зайдем, где чака продают. Там интересно посмотреть. Ну, как... Все, ты уже бери тот сразу кусок. Попробуй. И тунду тоже острый немножко. Не острый, не буду. Не надо, да? Это не слюбит. Марама, да? Из таких делает. Марама. Здесь сегодня, мне кажется, меньше народу. Там масло разное. Заходи, мёд там даже есть. А вон он в этих в мешочках. Привозят, наверное, в таких.
Столовик? Первый раз. Нет, это не то. Это Амур. Первый раз я здесь. Много раз был в Самарканде, а как-то не заходил до этого. Вот рыбка, да. Судачки. Смотрите, вот судак здесь похож на астраханского. Он такой белый. И нету четко выраженных пятен черных. Ну, судак. Так, ну а здесь... Требуха. Есть, есть. Делают холодец тоже. Ножка у вас вот половина, да, ножки? Ножки, все то же самое. Мамушка, сколько лет? Чамышму? 18 лет. А что у вас бегают? Сам недалеко. Молодцы, да? Да, да, вот. Молодцы, да. Молодцы. 100 лет жизни. Вы молодцы. Да. Как это называется? Без? Бус? Бус, бус, да. Хомцов. Вот в это, да? 3 метра их. Да. Тело, 3 метра, заворачивают. Да, заворачивают. Потом... А здесь оно все. Просто закрыли. Закрыли. Это вешают. Здесь там никто нет. Он можем отмотать. Как ты что, кормят ли это? Ролл, пробуй. Здесь на азиатских рынках все бесплатно пробуют. Тем более, что мы будем да? На. Ты что, хочешь пальцем ковырнуть? Чуть-чуть. Чуть-чуть полдыни ему отрежьте. Какой все, на именно оставлю. Ты хочешь попробовать? Я же не мехмон. Какой? Алло, ну что? Она жесткость у нее прям вообще никогда. Алло. Ну а тебе, что, ты не забывай время года. Ну это такие сорта. На память, вот сюда. Да, конечно. Давай. Бетон, идем. Бетракта. Давай. Много уже мягких прям, видно, или морозом поддавило. Когда дорвался до бесплатного? До бесплатного рынка. Сейчас и тебе достанется, не переживай. Федя, у меня горло заболит, реально. Нет, это не горло, это горячий, говорят. Я знаю себя, я свалюсь, Федь, реально. Это домой забирай, пакет возьми. Пакет вернись, пожалуйста. С собой можно? Да. Дорогу можно есть. На грамме. Как меда. Асаль. Половина сахар, половина мед, да? В Самарканде. ППС, да? ППС, да. ППС вот на таких катаются биводишках электрических. Так вот. Ну все, пофоткались, посмотрели. Хлеб принесли только с этого, с мангала. Вот, что хрустит. Вот, вот разные дали пешки.
Мне принесли шурпу. Я соскучился по шурпе. Смотрите, какой прозрачный бульон. Да, сейчас попробуем. Шурпа приехала, уже горячая. Ну, бульон прозрачный, сразу видно. Здесь, смотрите, какое мясо, реберная часть. Для плова очень вкусная часть.